Сочи, а также две его достопримечательности – горнолыжный курорт «Роза Хутор» и Олимпийский дворец «Фишт» – вошли в этот список. Далее начался третий этап. Гражданам предлагалось в онлайн и офлайн, то есть путем заполнения анкет, режимах проголосовать за любимые города и их символы, которые в случае победы будут изображены на новых банкнотах. Чтобы повысить рейтинг Сочи, городскими властями были организованы многочисленные акции и флешмобы. Благодаря поддержке курорт вошел в пятерку лидеров и стал уверенно набирать баллы. Однако 10 сентября на сайте твояроссия.рф у нашего города отняли порядка 3000 голосов. И участники новой волны, и звезды нашей отечественной эстрады, и политические деятели, и, безусловно, жители, и жители города Сочи, и жители России активно поддерживают город Сочи. И вдруг оказалось, что именно на субботу нам не прибавили ни одного голоса на вечер, и более того, что сняли 2770 голосов, нам это непонятно. Есть предположение, что путаница произошла по техническим причинам. Городские власти намерены обратиться к организатору конкурса, которым является Центробанк, с просьбой пересмотреть текущие результаты и добавить Сочи заслуженные голоса. Напомню, отбор проходит на портале твояроссия.рф. Итоги конкурса будут подведены 7 октября.